воду налей. Жарится, парится, да, Серёжа? Брат тоже там. Этот, да, 100 килограмм фаер. Фаер молодец. Брат того тигрового. Смешно. Килограмм, наверное, 82, да? Габардовна. Что, джебе внук прям? Ты. Так, по всей. Меня уже убрали, поперепахали. Раны. Собаки вдоль посадки собаки. Молодец, красавчик. Чуть-чуть пройдусь, покажу чуть-чуть. Молодец. Щенок тоже. Вот кобель за 100 килограмм, малыш кобель под метр пол. Мишаня, Мишка, будешь участвовать в этом году, а? Мишаня, говорит, как у капота Жигули, да? Чего ты, тигр? А? Сын тигра, чемпиона ЮФО. Молодец, сын Кубы. Одичный кобель. Килограмм, наверное, под 90. Леш, цепи, да, забираешь? Ты позабивал, да, колышки? А у Мишки не забил? Давай, забьем. А ну, подними цепи. Подай цепи, подними. Пацаны посмотрят. Вот. О, корабельные. О, цепи. Сейчас на зиму. Собаки на зиму будут ходить. А это Леха грузин. Придурок, ты должен... Баранов охранять, на баранов кидается. Совсем что ли?